Привет, друзья! И вы находитесь на канале Китай в топе. И у нас подгончик от канала Дима Прима. Случайно мне прислал вот такой пакованчик. Сейчас мы рассмотрим и узнаем, что здесь находится. Для меня это неожиданность полностью. Я не знаю, что здесь находится. Так что аккуратненько сейчас вскрываем. И смотрим, что у нас здесь. Ух ты, ё, ништячки. Ништячки. Так, это у нас... Ага, это у нас флакончики. Флакончики. Но вскрывать не буду. Может, еще Дима захочет себе вернуть такие штуковины. Но это, походу... Да, это вот спрейчики. То есть, сюда заливается какая-то жижа. И пшикаете, и вам пшикает ваша хреновиночка. Так, вот три штуки разных цветов. Парфюмчики сюда можно, думаю, спокойно залить без проблем. Особенно это девушкам это очень подойдет. Цена здесь заявлена 16 центов. Я так подозреваю, вот эти вот три штучки, это 16 центов, ребята. У Димы спрошу, опять же, попрошу ссылочку на данный товар. Думаю, он мне не откажет, поможет. Скинет ссылку. Либо же сам найду на сайте AliExpress. И кому понравилось, ребятки, закажите себе, можете пользоваться в удовольствие. Но я сильно распаковывать не буду. Все норм, все в порядке, все качество, я так предполагаю, хорошее. Флакончик хороший. Как вы вот можете видеть, загиб такой большой идет. Ребятки, загиб большой. То есть, если у вас тут какая-то жижа будет, вы можете выбрать максимум того, что здесь находится в флакончике. Такая вот штуковина. Так, ребята, не забываем ставить лайки, комментарии оставлять по поводу видео, что вы думаете. И обязательно подписочку, чтобы не пропустить новые видосики. С вами был Китай в топе и я, Александр.